Так, собака с нами будет бежать. Что у нас сегодня? Такой повторов нет, все машинки разные. С погодой повезло. Такого расколбаса давно тут не было. Было как-то тоже по похожей погоде. Тут я на горбатом гонял по похожему грунту. Чуть полегче было, но примерно так же. Ёханый бабай. Хорошая почва. И такая глинистая. Вода не уходит. Так, что-то Андрюха замер на сликах. Вот на нем можно зайти. Да? Не знаю. Хотя резина. Да ты понимаешь, она замыливает. А ну пошли там. Кто-то впереди уже есть, наверное. Есть. Кого не хватает? Собака впереди. Не, еще кто-то был. Какой-то серьезный внедорожник впереди. Белый дельфин. Есть. Ёханый бабай, есть сейчас. Яма есть или нет? Ого. Есть. Блин, чуть собаку не переехал. Угу. Подожди, подожди. Так, Леня пошел. Леня должен выехать, он-то легкий, мотор мощный. Леня жесткий. Ему тяжело. Ёханый бабай. Так это у него заварка сзади. И это. По травке. Не, ну если он не едет, то нам точно по травке надо ехать. Андрюха вообще туда не сам. У Криса? Да нет, какие полностью там. Задняя, то не знаю, работает или нет. Все крутятся колеса? Лапса 4 просто. Охренеть вообще. Да не, ну там жестко. Ну, у него замылился, но у него подтертые такие шины. Хотя у Криса подтертые тоже. Я не знаю, как Крис там выехал, честно говоря. Счет весом. По траве, по траве. По траве как вариант, конечно. Такое место неплохое. Что, собака? Так, у вас одним ходом не, если Леня не заехал. Да, собака пьет, сев, служит, породистых лечит. Да, это лайт. Это лайт, ох, елки, да, тут, конечно, нереально. Сзади в УАЗе самоблок, спереди свободный мост. Если высушить склон, то заедет, да? Не, очень скользкий грунт. Задняя.
А. Сюда поставить. А. Так хочешь же заехать? Принципиальный вопрос, заехать там, где ты заехал. Там, где я заехал? Там, где Крис заехал. Нет, Крис там заехал, вот тут и заехал. А, он там заехал? Крис вот там заехал, по кустам. А, он там заехал? Крис по кустам поехал, я вот тут, а он по кустам. Ну, тут едет. Ха! Надо еще по кустам, наверное, правее. Да. Надо кусты вообще. Так, тут Андрюха спускается. Крадется. Все, вина. Больше всего у Сани шанса. Там, там кусок. Ага. Все. Направо! Вправо пробуй! Да, Вадим. А, Тони, я не знаю, кто это. Это Лёня. А, то Лёня кто-то. Так, Саня. Саня. Ха-ха-ха. Ёханый бабай. Вот это валит. Слышь, не газует сильно. На повышенной, наверное. Замылил протектор. Пробуй вправо чуть-чуть еще. Вниз и сразу вправо. А, там ямы? Тогда давай влево. Влево давай сюда. Так, Андрюха решил поехать куда-то в сторону, а дельфин пошел там штурманить. На лебедкой подтянуться, хотя бы вытянуться на. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Ну, очень скользко. Даже здесь. Очень скользко. Да. Хорош, вперед! Чтобы не положить. Давай, давай, за мной. Победа. Так, остался Андрюха там внизу. Такое начало веселое. Какие-то колодцы выкопаны. Стремные. Нырнешь так, мало не покажется. Так, идем. Где там Андрюха?
борьбу ведет. Тут просто, просто жесть. Глина. Так, уходит еще дальше. Тут не выехал рядом. Все, в объезд зашел. Это был лайт. Крис говорит, если бы такая погода была, то лайт бы никто не доехал. Елик только. Ну и котлета. Полетели, полетели. Догоняй. Дельфин правильно едет? Ну мы тут ехали уже по лайту, а вот скамеечка видовая. Эн, собака с нами идет. Эн, хочет к джиперам прибиться. Уже прибилась. Она эту неделю всю по спецучасткам следила. В сложных местах была. Не умная, бежит все рядом. А обед ждет, может, слышишь? Ну, мы тут на Ниве ехали, но было очень страшно. Там еще пилот такой. Пилот такой. Не, вот тут мы где-то, вот где Андрюха, наверное, мы ехали. Подожди. Где Андрюха? Давай левее, там левее. Там левее спокойнее, блин. Подожди, там Леня, сейчас надо его держать в кадре, потому что может быть что угодно. Вот тут, да, мы ехали на Ниве, кажется. Ёханый бабай. Я уже не хочу сюда ехать. Подожди, упереться куда-то. Фу, блин, Крис снимает. Лёня, ты чуть не привалил машину. У тебя колеса оторвалось. Да? Да. Заднее? Переднее, левое. Внизу? Да тут на горке. Серьезно? Да. А переднее? Да. А, вот так на бок то что, да? Да. Там! Право, руль! Право! Право! Пиздец! Это я тоже вот так, да? Только вот я переднее. Да. Тут горка очень... Ты понял? Так я что-то ездил в это. Ну да, где-то тут мы ехали на Ниве. А Саня тут. Елки, чуть не положил новую машину. Какая-то она или 88-го года. Тут альтернативный съезд. Что, полетели дальше? Да. Собака где-то между мостами пробегает, слышь. Смотри, хватает мозгу. Машин держаться в стороне чуть-чуть. Ёлки-палки. Там сейчас... Ну, Крис уже выскочил, да? Раскатали? Блин, ну там так было. На той неделе так они выпрыгивали. А, ну или скользко более было. Но подсох, видно.
Или оно правее? Нет, здесь было. Да, ну такое, я тебе скажу. Колеса оторвались. Где тут яма, где упал? 69-й. Где Паджеро? Леня уже на горе. Меня уже. Ну мы долго на нее заезжали, 50 попыток на Ниве. А ну подожди, черокес. Ну я не знаю, кто тут заедет сегодня. Гелика нету. Не. Так, все спускаются. Тут такие колодцы, они везде по... И по склону, и не только. Так, Леня. Угу, по траве взял и уж и зашел. Красавчик. Саня. По Лениным следам. Все, маршрут найден. Вот эта гора тут на Ниве мы совершали. Елки, какая она крутая на самом деле. Я даже как-то по снегу не так понятно было. Жесть вообще. Она была ледяная. Ну по такой бы Нива шансов больше. Дельфинчик. Ну, заехал, молодец. Ага. Не, тут надо ход сразу. Тут надо сразу ходом. И теперь у вас. Чуть-чуть. Не на этой резине. Нет, ты надо по их траектории или что? По их пойдет. Блин, там яма стоит сейчас. Там небольшая. Ну, сейчас посмотрю, подожди. Ну такая, не маленькая. Не маленькая. Ну да, не критично. Можно ехать. Стой. Блин, чтоб ты не... Да вон, подожди, чтоб не кувыркнулся. Ты сейчас упадешь в эту яму и может... Ну, уверен, Вадим в машине. Да, замылено. Смотрите, что на протекторе. Доехал пока. Смотрите, с УАЗом просто стоит на месте и не может тронуться после налипшего грунта глинистого. Ну уже с таким замыленным сложновато будет, бросает.
Шо джиперский двортерьер. Ай, ты умница. Обвязала мне руки. Там где мы спускались, попробуйте тучу сзади. О, куда-то он поехал в яму. Не, а, это он там, где спускает? Поднимался. Его надо в школу офроуд записывать. Сегодня? Да, он же не умеет выйти. Ну, Зоря, не умеет. Надо не научиться. Не бойся. Не бойся, я с тобой. Был такой фильм. Да, да. Не бойся, я с тобой. На первом открытии сезона, когда мы когда делали трассу, ну то там такой был первый такой. Я понял. Там где разложился Джей Крейзер этого. Юра этого такого. Он там вообще все порвал. Я выскакиваю, я так помню, как так красиво выскакиваю, и небо такое между мной. Да, колеса передние отрываются, и я вижу просто небо. Красота. Потом в прилуках я видел землю. Прилука, стойка на переднем бампере, да, когда да, ты совершил? Я реально видел просто землю. Да не, ну истории с тобой очень много. А помнишь, ты повернуть забыл, с горки там ехал, сейчас мы туда поедем. Да, ух, это самый тяжелый был переворот, кстати. Самый тяжелый, да? Да, самый неприятный, самый тяжелый. Да. Ну вот я там два или сколько? Раза два, я получается через капот, так, куда-то, а потом через бок еще. Куда-то в яму упал. Ну вот, да. Все, лебедка? Съезжай. А, или там Андрюха есть? Андрюха есть. Ну, говорит, не бойся, давай. Ну, ты что тебя прикручил? Не бойся, давай. Там кто-то понял, типа, там, ну, там, блядь, впереди две ямы, понял? Его нужно было провести чуть, она бы... Я понял. Да не, ну, еда не перевернулась, все нормально. Главное, чтобы Андрюха в яму не нырнул сейчас. Стой, стой. Ямы тут подступни. Алло! Он так не зайдет, надо что-то. Крис! А что он ему говорил? Давай, не бойся. Подготовился, да? Знал, что у тебя тут сложная конструкция. Не порвем. Порвем, думаешь? Да нет, там Андрюха делал, он надежно. Не, я свою. А. Да. Не, это ж просто вверх крепится. Собака, уйди. Отойди. Помогай. Все, хорош. Хорош. Что-то надо. Стой. Вправо руль до конца, вправо. Вправо до конца. Вправо до конца. Помоги, я тебя отцеплю. Вправо. Машина, что вправо влево. Давай, стой, подожди. Что там то колесо, чтобы не упало. Давай, вот еще вправо до конца. Что? Кто нарыл ямы, блин? Да тот, ничего не тот. Заеби. Равняй теперь, равняй. Равняй. Все. А ну пока стой так. Тут, блин, конечно. Капкан попал. Там треки ты просто. Слышишь? А? А он не пройдет так, Андрюха? По прямой, если вперед. Если ровно руль. Ну куда-то сюда, потом влево. Слышишь? Надо ровно руль, Вадим. Ровно руль поставь. Не, пусть один командирует. Рус. Пусть Андрюха командирует один. А, вперед. Упадешь. А, не, стой, не, назад все. Я думал, там пройдет, а сторона не проходит. Так же, как ты задом вперед ехал. Потихоньку. Давай, пробуй. Еще. Выезжай. Лево руль. Левый руль. Лево.
потом выехать. Все, чтобы ты яму проехал, а там дальше будем уже импровизировать. Давай, давай. Чуть-чуть вперед. Только потихоньку. Не психуй. Вот, я так сказал. Все? Вообще голову. Выскочил. Тут, конечно, яма. Там две. Сзади. Жесть. Разведка. Тут не сдается, говорит, я попробую все равно. Странно было, чтобы он не попробовал. У него все блоки есть. Разгон берет, смотри. Крис. Берет разгон. Куда он едет? Он на нас только едет. Чуть не проехал. А нормально все, да? Давай. Мы только за. Попытка номер два. Не, здесь бесполезно. Так, траектория номер два. Бесполезно. Нет. Если у вас легкий не заехал, то этому тяжело. Че? Не, ушел. Так, тут ямы просто, надо, чтобы кто-то шел впереди. Иду. Ямы. Нива приехала какая-то, Руслан. Какая Нива? Какого цвета? Белая? Да нету, какой-то начинающий, видно, новичок. А ну давай, Андрюха, твой выход. Дорога пробита. Главное маршрут. Вот между двумя ямами. Встань на ту яму, встань ты. Сейчас, Андрюха. А ты их видел? Встань там. Не, вес большой. Зацепа не хватает. Не хватает зацепа, да. На триподорах заехал бы. Так, пробует не по накатанному. Саня, стой. Собака, уйди. Не. Вес решает, короче, и зацеп. Не, ни в какую объезд.